Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Видите, у меня в руках венок, шуруповерт. Я буду сейчас устанавливать венок на крышу. Есть такая традиция после завершения установки стропил. Если хозяин хороший, нормальный, тогда рабочие ставят ему на крышу венок. Если хозяин редиска, тогда ему вешают либо рваные штаны. А сегодня буквально вот как раз к случаю звонил мне один мой бывший коллега. Он, правда, он сам электрик. И спрашивал, говорит, иду по городу и вижу, висят на крыше, говорит, красные трусы. Что бы это значило? Но я ему рассказал, что хозяин, рабочие отомстили хозяину, прославили его перед всеми соседями, что, наверное, что-то он им, они не сошли с ним. Поэтому такая традиция у нас в Латвии, думаю, что она везде есть. Конечно. Такая традиция, что после завершения стропил, установки стропил, устанавливают венок. Надо сказать, что у нас здесь на местном диалекте стропила называют шпары. Когда заканчивают стропила, называют шпарная. Закончили шпарную. То есть такой местный диалект есть у нас. Повязь вешать. Стоит. Вот так Кира кормит свою любимую козочку. Любимую мою козочку. Я ей клубничку ей даю. Ромашками. Ой, хорошая. Иди сюда. Она ест ромашки? Да. А он мелкая. Попалась куда? Ой, точно ест. Не поближе, если когда красивые ромашки. Иди сюда, Шарлотик. А мелкая тоже ест? Не знаю. Вот жена попросила сделать два жегеня. Жегень это такое... Вешало. Такие... Такое вешала. Приспособление, на которое ставится, ложит, укладывается сено. То есть мы ложим сено не в сток, а на эти как бы вешала. Называют... Не в копну, а в сток. В сток, да. То есть, нет, мы ложим на вешала. У нас получается внутри вот... Это есть сток. Как это сток? Ну, стога называются, нет, да. Это когда без ничего. Это копна без ничего. В моем понятии. Это в понятии. Ну, на местном диалекте копна это без ничего. Понятно. А на вешалах это стук. То есть получается, что оно продается, получается, внутри там отверстие, и сквозняк сено сушится. В этом году
все настолько, что не хватает животных, которые могли бы его съесть. Столько наросло. И нам сосед отдал тоже сено, поскольку у нас в этом году появились две козы. Сосед нам отдал скошенное сено, только говорит, забирайте, поскольку у нас в Латвии поля должны быть скошены, сено должно быть убрано. До 1 августа. До 1 августа, да, иначе потом штрафные санкции. И вот он скосил, а мы как бы нам его просто отдал, потому что ему девать самому некуда. Никто не хочет сено брать, потому что у всех трава очень много наросла. Вот сейчас сделаем джекини. Такая вышла конструкция из двух жигиней. Она ставится так, чтобы то, что получается отверстие, ставится в таком направлении, откуда чаще дует ветер. У нас чаще ветер дует оттуда, поэтому мы поставили ее, чтобы, ну, продувалось. Вот. И потом сюда накладывается с двух сторон сена. Жигинь, да? Угу. Вишала. Или вишала, да? Можно говорить жеки, не можно говорить вишала, да? Да. Я понял. Подожди, как же в Беларуси? У нас, по-моему, таких не было в Беларуси. Да? У вас такой моды не было, да? Я не знаю, как там. Там, наверное, в кубки складывали. Поскольку у нас как бы не было скотины, то все не заготавливали. Ну, а этот, может, у нас будет стоять до зимы. Будем на удюхе по морозу возить. Не знаю. Пошел на стройку. Давай, спасибо. С вами был канал «Потеряли выходного дня». Всем хорошего лета, тепла, всем удачи, пока, до свидания, до новых встреч.